Мы с вами третий год встречаемся здесь, на общем областном съезде старост. И все эти три года мы говорим о самых насущных вещах. О достижениях и проблемах, о лучших и худших практиках, о возможности решения тех или иных проблем. 1300 старост в деревнях Вологодской области. И это тот отряд, который сохраняет социальную стабильность на территориях. Сегодня здесь, на форуме, на съезде мы дадим старт новому проекту «Народный бюджет 2018 года», где мы, я обещаю вам, рассмотреть все представленные вами проекты в рамках народного бюджета. Сегодня в этом зале собрались люди, от которых зависит имидж власти. Поэтому я хочу поблагодарить каждого из вас от имени Совета Федерации, Палаты регионов, Федерального собрания за ваш очень непростой, очень кропотливый, но очень нужный труд от руководства Всероссийской организации местного самоуправления. Я слышал немало хороших слов именно в адрес руководства региона, как относятся в Вологодской области к институту старост, вообще к органам местного самоуправления. Потому что они видят вот работу единой команды, начиная от старост. Очень важно то, что институт старост с каждым годом развивается. Важно две вещи. Первая вещь – это то, что внимание институту старост уделяется, и институт старост развивается. И второе – то, что проблемы были, проблемы есть, и проблемы будут всегда. Жизнь меняется, потребности людей возрастают, и это накладывает на нас дополнительные ограничения. Но важно то, как мы реагируем. Мы – власть, правительство, законодательная власть, значит, руководители районов, поселений, главы, старосты. Как мы все вместе реагируем на эти проблемы, которые есть, на эти вызовы. Если этот процесс выстроен, люди понимают, что всегда есть какие-то ограничения, но тем не менее власть неравнодушна к ним, власть пытается им помочь. Я хотел бы вас поблагодарить, сказать вам слова искренней благодарности за ту работу, которую вы делаете. Вы лидеры на территориях, на вас смотрят. Я хотел бы сказать слова искренней благодарности от всех от нас, от членов правительства Вологодской области, от глав муниципальных образований. Поблагодарить вас за ваш труд, за ваш вклад в развитие территорий. Мы одна большая команда единомышленников.